начать. Солнцевская линия. Это наш первый будет маршрут. Знакомство с солнцевской линией. Начать. В следующем видео, возможно, поиграем в режиме свободной поездки. То есть, это где будет все доступно. Наверное, все линии будут доступны. И если это видео соберет много лайков, тогда в следующий раз попробую прокатиться. Но пока мы будем играть по сценарию. Так, переведите, чтобы вы на второй подсказку перейдите. Показывайте лицо работы. И указывайте номер пути. Таски забудьте информацию на вашем графике Савеловска. И вовремя объявите остановки. Да, ознакомьте информацию с сценарием. Поэтому я говорю, я тоже понимаю. Уже час. Короче, сейчас нам нет нужно сейчас будем выше. Ага. Пирамики Савеловска включить. Я уже правда буду включать. Вверх, вверх. Ой, нет. Поезд зашел здесь во время вовремя останавливались в тупиках. Внимательно следите за показателями светофоров. Под правильным положением стрелок. А как я пойму, правильное положение стрелок или неправильное? Блин. А как? Итак, по новой теперь. Наверное, в эту сторону уже будет. Даже как я пойму, с какой скорости мы уже едем в ограниченной скорости. Вот это вот нужно. Вот это будет. Это время. Два можно. Thank you.
Вовремя, а как? Я неправильно перевел, что ли? А как надо переводить-то? Я, блин, показывать, я не понимаю же. Они, блядь, не показывают, а я должен понять, ну типа как? Вот я и нет, вот я понял с тебя. Походу, ты исправил. Вовремя остановились в тупиках. А как? Я же вроде правильно, блин, ну я почти въехал тоже. У меня вроде стрелка-то правильно была направлена. В смысле? Короче, вроде бы нормально слышу. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезд... Держитесь за поручни. This is Lomonosovsky Prospect.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Минская. The next station is Минская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы. The next station is Парк Победы. Парк Победы. То есть какая ваша любимая станция метро в Москве, пока лично?
Станция Парк Победы. Переход на Арбатско-Покровскую линию. This is Park Победы. Change here for line 3. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. The next station is Шелепиха. Они убивают дверь, нет, нет. Дверь не открывает, или не открывает, то не спускают пассажиры. Thank you.
for Moscow Central Circle, D1, and Air Express trains to Sheremetyevo Airport. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. The next station is Хорошовская. У меня уже запись по времени 37 минут, у меня уже идет запись. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. The next station is CSKA. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Савеловская. The next station is Савеловская.
express trains to Sheremetyevo Airport. This train terminates here. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде следующем в соответствии с законом Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Станция Савеловская. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. This is Savelovskaya. Change here for line 91 and air express trains to Sheremetyevo Airport. This train terminates here. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде следующем в тупик. Ну короче, маршрут окончен. Наш длинный маршрут к концу. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписываемся на мой канал. Всем до скорых встреч!